Доброго дня, Игорь. Завершился у нас домашний Сыктывкара тур Европейской женской баскетбольной лиги. В целом, на ваш взгляд, как все прошло, в чем плюсы, в чем минусы, может быть, есть у тура в Сыктывкаре? Может, чем-то порадовали вас хозяева тура? Если мы берем 10 баллов, да, стабильная девятка, очень хорошо. Если за 5 лет Европейской женской баскетбольной лиги было примерно 50 таких турниров, туров, да, я думаю, в Олимпийскую шестерку этот тур входит. Много могу сказать спасибо организаторам, команде, всем, кто помогал. Да, были рабочие нюансы. Чуть-чуть зависимости даже от нашей стороны, от моего IT-специалиста, то вчера первая игра не пошла сначала онлайн, там такие мелочи были. Но это мы решили, быстро решили, и все, я бы сказал, почти все прекрасно. Нельзя много говорить, 100% прекрасно, тогда в следующий раз не будет что делать лучше, да? Поэтому гостиница хорошая, питание хорошее, команды довольны. Судейство тоже хорошее, мало кто жаловался на судей, это тоже очень много, да? И прекрасно сыграла местная команда «Ника». И еще могу сказать то, что зал был почти переполнен. Это есть самое главное, что пришли люди, смотрели баскетбол, болели. Вчера было прекрасное шоу на площадке, когда вырвали победу команда «Ника». Да, сегодня там чуть-чуть, может быть, слабее Лепай, но все равно зал был полный. Губернатор приехал, министр спорта, да. Так что я очень-очень рад и с удовольствием приеду еще к вам тут, в Сыктывкар. То есть можно, в принципе, сказать, что если Сыктывкар там, в общем, в следующем сезоне будет претендовать на тур, то у него есть все шансы его получить домашний. С моей стороны, да. Я говорю да, и еще раз спасибо, потому что я получил удовольствие. Я почувствовал опять, что любит женский баскетбол. Я его люблю, я это делаю ради своего сердца, это меня вдохновляет, и я получил тут тонус. Спасибо. Ну, я не предполагаю, какой у вас будет ответ, но какой из 4 матчей вам больше всего понравился, почему? Мы все знаем, вчерашний второй матч, когда Ника вырвала в конце команду из Амстердама, из Нидерландов. Коллеги, может быть, у вас вопросы? Все, вопросов нет. Спасибо. Спасибо вам большое. Спасибо вам, спасибо всем. Спасибо.